Да. Интересно. Стрим вернулся, ожил. Что происходит, я понятия не имею. Ну, это как обычно, у меня какая-то хрень. Наверное, под вот этот стол тогда надо делать по цвету, я думаю. А все равно не угадаю, да? Такого цвета нет. Ну да. Так, стеллаж, двойной комод. Они же отличаются по цвету, да? За что мне это? Господи! Сколько можно? Плевать, пусть будет такой. Скорее всего, просто так падает цвет, я думаю. Возможно, это все один цвет. And then... Дизайнер не различает некоторые оттенки, просьба не бузить. Это в смысле? Блин, со стеной сливаться будет. Да дело не во мне, это дело в свете. Тут свет неправильно работает. Эти зеленые ковры. В чем твоя проблема, ковер? Что, опять я мешаю, что ли? Это что такое? Форма из поролона для детей мост. Ого. Диван какой-то. Ну, типа. Ничего себе. Форма из поролона. Уб. У меня проблема со словом поролон. Я постоянно его говорю поларон. Я не знаю, ну так выходит. Я не специально. Градостроительный симулятор начался.
Возможно. Это желтый некрасивый. Он должен быть яркий, насыщенный, а он какой-то... Ну, белый поставлю так. Блин, у меня столы зеленые. Нет! Это точно не сюда. Слишком сливаться будет. Что, зайца на стол нельзя посадить? Ну, камон, почему? Было бы прикольно. Это даже не заяц, это кролик. Цвет столов теперь мешает всему. Будь на платформе этой чилить. Нормально, левитирует. У меня сколько там? 90 сколько? 99. Это все из-за самого прекрасного в мире. О. О, да. Мне показалось, что это ленивец. Не, это медвежонок. Ну, 99, так 99. Фотографирование квартиры. Боже, только не директорский кабинет. Они не сфоткали самую лучшую часть этой комнаты. Как они посмели? В ущерб себе, но чтобы детям было лучше. Они не сфоткали самое лучшее, что есть в этом садике. Это сами пусть убирают. Мне не было уплочено за то, чтобы убирать сорняки. У детей должны быть игрушки в своих комнатах. Завершите DLC Pets. Ну, я, наверное, сначала все вот это пройду, а потом... Почему не видно? Это нечестно, блин, это нечестно. Самую лучшую стену. Красота. Собака. Так, ну что, я думаю, на этом заканчивать на сегодня. Спасибо, что пришли сегодня. Всем приятных вечеров, приятных аппетитов, спокойных ночей. И увидимся с вами.